пробки сегодня были не только в железнодорожном районе, не проехать и в Северном. Вот сейчас вы видите дневное видео с городских камер наблюдения на часах начала второго. Движение по улице 9 мая в сторону Солнечного парализовано. Автомобилисты пытались объехать пробки по дворам и прилегающим улицам, но это не помогло, а только создавало новые заторы. Ну а какая сейчас ситуация в Северном, мы можем увидеть в режиме онлайн, также с камер видеонаблюдения. К этой минуте, на 9 мая, автомобили, сейчас мы увидим, можно сказать, свободно двигаются. Конечно, не такая ситуация, как была здесь днем. Но вообще же водители связывают такую тяжелую ситуацию с ремонтом дороги на подъезде к Солнечному. Там к сентябрю планируют сделать новую развязку. Сейчас для ремонтных работ дорожные службы перекрыли 3 полосы движения из 4. Красноярцы говорят, может это и ускорить сроки сдачи объекта, но только вот стоять в пробках, конечно, уже невозможно. В свою очередь дорожники только разводят руками, как это бывает обычно, и просят потерпеть. Затрудняет движение ремонт дороги в поселке Водники. Там уже больше 2 месяцев латают дорожное полотно. По проекту планируется поднять горловины колодцев, уложить новый асфальт. Но пока дорожники успели только разрыть колодцы. Ограждения не поставили, больше не появлялись. И в итоге водителям приходится маневрировать между ям. Работы проводит компания «Империя Строй». За ней числится больше 10 нарушений. Общая сумма штрафов уже достигла 500 000. Но несмотря на сомнительный имидж компании, в администрации говорят, с этой фирмой еще можно работать. Вносить ее в черный список не собираются. Крайний срок сдачи участка – 15 августа. Если не успеют к этой дате, компании грозит новый штраф.